Доброе утро, мои дорогие. Вот посмотрите, какая расцвела красота. Огромные цветы. Это дурман. Вон уже там жучки, муравьи наползли. Пока вот с утра хожу по участку, смотрю, где что новенькое. Дурман расцвел у меня. Тыквы декоративные просто расползлись. Не пройти, не проехать. И вон там одна уже висит. Сейчас я пролезу. Вот она. Ой, вот она. Каждый день что-нибудь новенькое. Подсолнух. Подсолнухи прям подвели в этом году. 4 пакета семян было, а в результате 3 подсолнуха всего, и то один что-то загнулся. А нет, 4. Один загнулся, и осталось 3 у меня их. А я так люблю эти декоративные подсолнухи. Так что, ну, зато тыквы радуют. Не знаю, правда, что вырастет из них. Ну, ладно, поехала я в город. Ой, какая собака. Ой, какая собака. Старая, толстая, как диван. Видишь, как за хозяйкой. Шлёп-шлёп. Я хочу забрать котёнка. Уть. Вон они какие. Вот хочу взять котеночка. А какого я хотела? Вот того я хотела, по-моему. Это, наверное, кошка. Так. Да ладно, не бегите вы. Ну, это надо мне с пустыми руками приехать. А то тут у меня вон дыня, кукуруза. Ой, так хорошо утром, вот еще когда нет жары такой. Прям хорошо. Еще один в печку прилетел. Ай, глупый. Давай, давай, лети. Ай, ах, эти воробьи. Вот такое существо у нас завелось. Маленькое. Не зря я вчера прям что-то животных снимала. Хотела взять котеночка во дворе. Они разбежались. А потом оказалось, что в группе Черноморской раздают котят огромное количество. Мы позвонили, и нам вечером привезли Фильку. Смотрите, какой у него пузо. Смешной такой. Маленький еще, глупый. Ой. Да. А Коба, наш рыжий кот, просто вообще
орал на него страшным голосом утробным. Ты посмотри, разыгрался. Ходит, нюхает его горшок. Прям весь такой напряженный. Он тоже отвечает. Шипит. Вот, так что у нас прибавление в семействе. Вот. Да? Подписывайтесь на мой канал. Мы вам еще чего-нибудь интересное покажем. Ой.